и в завершение нашего собрания необходимо принять резолюцию. Поступило в ходе всех выступлений 4 предложения, все они сводятся к одному. Признать работу органов местного самоуправления города Сестрорецка в 2017 году удовлетворительной. Ну, к сожалению, мы не можем признать отличный, хороший там, и так далее. Возможно, только удовлетворительный или неудовлетворительный. Поэтому ставлю на голосование нашего собрания эту резолюцию. Кто за то, чтобы признать работу органов местного самоуправления муниципального образования города Сестрорецка в 2017 году удовлетворительной, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержались? Ну, принято практически единогласно, один человек воздержался.